О безопасности уже в пределах страны президент говорил сегодня с министром по делам религии и гражданского общества Нурланом Ермекбаевым и поручил разобраться с религиозным экстремизмом в Казахстане. Для этого даже пересмотрят законодательство деятельности религиозных объединений. По мнению Нурсултана Назарбаева, изменения позволят более эффективно бороться с проявлениями экстремизма. Кроме того, подчеркнул глава государства, необходимо продолжать выстраивать работу с религиозными сообществами, неправительственным сектором и молодежными организациями. У нас в стране созданы все условия для работы всех религиозных объединений. Есть свобода действия, поддерживаем. И в то же время то, что происходит вокруг нас, религиозный экстремизм, со всеми этими разобраться, поставить в одно русло, посмотреть законодательство, что упущено, добавить. В общем, большая работа в целом. Министр по делам религии сообщил главе государства о стабильной ситуации в курируемой им сфере. По его данным, сегодня в республике насчитывается более 3600 религиозных объединений, большинство из них исламские. Также Нурлан Ермекбаев рассказал о работе министерства по формированию казахстанской модели взаимодействия государства и религиозных объединений. Президент страны внимательно выслушал доклад и поставил перед министерством ряд первоочередных задач. В частности, в сфере религиозной политики это тесное взаимодействие с религиозными объединениями, обстановки нулевой терпимости к любым проявлениям религиозного радикализма и фундаментализма. В сфере гражданского общества президент страны подчеркнул, что неправительственные организации являются надежным и важным партнером государства, и что все вопросы, возникающие в сфере гражданского общества, необходимо решать в конструктивном ключе.